Уникальная операция по спасению дерева в Польше лечит 1300-летний тис. За свою долгую жизнь он не раз встречался с невзгодами, но выстоял. Однако несколько лет назад состояние тиса начало ухудшаться. Исправить ситуацию взялись лесопатологи. Два года исследований и диагноз поставлен. Ослабленная корневая система. При этом недуги у дерева могут мерзнуть ветви, кора и листья. Это похоже на то, как пожилые люди чувствуют холод в конечностях при плохом кровообращении. Чтобы создать для тиса теплые влажный микроклимат, его окружили специальной высокотехнологичной конструкцией. Мы установили заграждение против мышей и полевок, которых сначала выгнали отсюда. Также мы сделали дренаж, поскольку из-за старой системы повысился уровень воды рядом с тисом. Местные власти наблюдают за процессом лечения старинного дерева и надеются, что оно проживет еще долго. Теперь у меня спокойно на душе, потому что тис выглядит хорошо, положительные изменения заметны. Больше всего радует то, что на его омертвевшей части, которую уже списали со счетов, появились новые веточки. Проект по оздоровлению древнего тиса стоит 18 тысяч долларов.